на завершающем этапе ввода станции в эксплуатацию энергоблока номер один. Это опытно-промышленная эксплуатация. В различных режимах проверяется сработка систем безопасности, надежность работы автоматических систем управления, самого оборудования, ну и, естественно, действия персонала. Поэтому все события, которые там происходят, они как следствие пуска наладки, как на любом производстве, где-то нужно приостановиться, что-то подрегулировать. Ну, я понимаю, беспокойство, и это беспокойство отмечается, как только мы завезли топливо на площадку Белорусской атомной станции. На каждое испытание есть соответствующие программы, которые соответствуют проекту, обоснованию безопасности, и неукоснительно все действия идут по программе. На площадке станции уже дважды проводились масштабные учения, это в масштабах республики командно-штабные, где участвовали эксперты МАГАТЭ. После завоза топлива на площадку фактически ежемесячный, там через месяц эксперты МАГАТЭ также посещают. Что касается зарубежных экспертов, то не далее, как на неделю назад у нас присутствовали инспекторы НСРЭК, это от Евросоюза, по оценке результатов по стресс-тестам. Сейчас ведется работа по завершению итогового доклада их, но, скажем так, каких-то критических замечаний с их стороны не было, и удовлетворены эксперты, представлены возможностью все посмотреть, все изучить и выработать. То есть, как со стороны МАГАТЭ и тех экспертов, которые посещали, претензий к процессам, которые проходят на станции, на сегодняшний день нет. Соответствующее постановление правительства есть о порядке приемки в эксплуатацию. Туда будут включены представители различных надзорных органов, госорганов. После извещения атомной станции о готовности к вводу станции в эксплуатацию будет работать приемочная комиссия. И одно из условий – это заключение, наличие положительных заключений надзорных органов и лицензии на эксплуатацию атомной станции.